перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сейчас балуешься. Я хочу вас кое с кем познакомить. Готово? Пишите «да», если готово. Пишите мы готовы, капитан!» Салют. Подожди, представьтесь, как вас зовут. Гусев Денис Сергеевич. Он сказал «гусь». Я гусь. Сказал, я гусь. Мало кто знает, но этот человек написал бит на «Мертвого сутенера». И да. Короче, на самом деле, это, блядь, самый, нахуй, охуевший продюсер сейчас. Один из самых охуевших продюсеров на территории СНГ. Спасибо, точно. Глеб. Ну, блядь, мне приятно это слышать. Это ж правда. Он на одним целом написал бит. На «Реквием на эго» тоже он писал музыку. Он писал музыку еще на куче неизданных треков моих. Бля, короче, это такой охуевший пацан, что пиздец. Спасибо, брат. Бля, может табак хотя бы срулить можно? Давай в пластик что-то. А у кого был, ты шаришь? У чувака с камерой. Можешь попросить у него, есть что? А, у этого, да, свитчес, который... Да, да. Проси у него бумажек с содержимым. Мне кажется, он где-нибудь в гримерке. Money of bitches on my headstone. В этой трансляции я хочу сказать огромное спасибо группе Flatbush Zombies за то, что они делают. Джулс, Мич, Эрик, вы охуительные чуваки, вообще пиздец. Вы спасаете хип-хоп. Вы вообще просто красавцы. Вообще. Чувак, это рэпчик. А? Да? Надеюсь, у всех хорошее настроение, весеннее. И... Спасибо, братан. Только нету? Куда-то остались. Есть длинные у кого-то.
Есть? А у кого? А, он... Стоп, смотри. Йоу! Вот, держи. Оу, щит, да, охуенно, спасибо. Надеюсь, у всех весеннее настроение, и все хотят влюбляться, рожать детей, целовать траву и петь вместе с птицами. Петь мертвого сутенера. Самый весенний трек в твоей жизни. Lost. Вот ты слышал треки, вот которые сейчас у меня. Вот что ты вот можешь сказать? Новые. Да. Треки, конечно, мясо полное. Вас ждет разъем конкретный. Возрождение москитов начнется. Да, они даже не понимают вообще. Но это хорошо, наверное. Давайте скинем.